Картриджи к диспенсеру Dettol совсем не обязательно покупать. И достаточно заправить его любым дешевым мылом. Для этого потребуется... Я предпочитаю отвертку, но можно воспользоваться обычной ложкой. Вот возьмем чайную ложку, например. Вот так с любой стороны вставляем ложку, зацепляем и открываем. Берем любое мыло, соответственно, лучше натуральное. Заливаем где-то на треть, от трети до половины, потому что порции у Dettol большие и можно разбавить. Доливаем фильтрованной воды. И защелкиваем. Все. Готово. Ровно 1 минута. Подписывайтесь на канал.